Реализация нового проекта по благоустройству центральной части города началась в Славянске на Кубани. Данный проект – часть генерального плана реконструкции улицы Красной. Какие изменения в облике нашего города ожидают славянцев, узнаете в репортаже моих коллег. Выходя из ЗАГСа, новобрачные спешат запечатлеть важный момент своей жизни на фотографиях. В подарок для молодоженов районная власть начала реализацию нового проекта «Аллея любви». Вот именно на этом месте будет воссоздана целая история зарождения новой семьи. Лавочка свиданий, трон предложений, арка венчаний и другие арт-объекты порадуют славянцев уже в следующем году. Ну а пока проводится разбивка территории на пересечении улиц Красной Победы, а также укладка тротуарной плитки. Данный проект предусматривает обустройство зеленой зоны, то есть появятся новые пешеходные дорожки. Там еще планируется каскадный водопад, то есть в конце территории, к которому можно будет также подойти, пофотографироваться. Ну а как говорится, в день, когда не проводится свадьба, это просто будет место отдыха. В результате проект предусматривает создание оригинального парка с извилистыми дорожками, установкой скамеек и кованых арок с резными узорами, а также малых архитектурных форм. Эскизы были разработаны кубанскими художниками. На их воплощение откликнулись мастера кузнечного дела из Славянского района. Идея всем нравится, поэтому воплощение ее, я думаю, будет очень хорошим шагом к улучшению благоустройства территории города, и еще появится очень объект, который, я думаю, зазвучит на весь край. Аллея любви призвана стать местом, символизирующим главные ценности и принципы счастливых и крепких семейных отношений – любовь, верность и взаимоуважение. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».